Так, всем привет, с вами Сега, мы играем в игры и продолжаем учиться в школе Булварда, да, мы гэнгстеры. Немного поправил камеру, немного поправил все, здесь я вроде немножечко закрываю часы, но в любом случае я же все равно говорю, когда в школу. Вот, значит, петарды, по-моему, мы брали еще в прошлый раз. Да, но он есть еще. Попробовать хотел другие наушники. Но работают почему-то только эти. Что так резко как-то? Так, сейчас, погодите. Пожди. Нельзя, что ли? Как какать? Управление. Да, чувствительность мыши. Так. Вроде получше. Начать рогатка. Поехали. Сразу же, учимся, idea, играем, right? Смотрим. Yeah. Okay. Да, right, конечно, я все сделаю. Hey, чувак, как, ну? Верно. Излагал Питу свою идею. Хочу захватить школу. Я говорю, он Питер. Извините, чтобы захватили школу. Что за план? Не бойся, Джимми, какой-то мысли в голову пришли, и жесткий мир, в общем, друг мой. Если ты сильный, нужно избавиться от слабаков. Вообще, чуваки, представьте планирование мне. What? Через плечо. What? Ты других слов не знаешь? Знаешь, Питти, ты был прав. Джимми реально туповат. Чё сказал? Не, полегче. В том смысле, что надо быть тупицей, чтобы столько раз выгоняли из школы и только всего. Спокуха. В смысле, что ты либо тупой, либо у тебя в башке каша из-за проблем в семье. Ну ты сказал, коротышка! Ладно, остынь, чувак. Гэри выбирает слова из контекста. Так, так. Ты просто гонишь, Питти. Это нехорошо. Знаешь, а мы что мы делаем с теми, кто вру? Я не вру, мы бьем по яйцам. Не, ну он мудачело. Я самой первой серии, части в начале. Пойдем, Джимми, глянем, на что способна твоя новая рогатка. Не волнуйся, друг, я все замечаю и все слышу. Вместе мы свернем горы. Он нас кинет. Он нас кинет. 100% я отвечаю. Он просто хочет воспользоваться. Иди за Гэри к старшему школьному, к старому школьному автобусу. Так. Ну погнали, Гэри. Ты, конечно, напоминаешь мне улитку из Спанч Боба. Но это не страшно. Че сидим, скучаем? Hey there. What's up? Hey there. Hey, what's up? Hey, what's up? Я просто путаю кнопки все еще. Как бегать? За мной бегут охранники. Господи. Я могу спрятаться или начать. Эй, посмотрим, сможешь ли ты выявить стекла в том автобусе. Для поочередного Я перепутал кнопку всего лишь. Я не заваливал задание. Ладно. Будем иметь в виду, что Shift это, сука, не бег. Shift это ударить. Управление, конечно, довольно интересное. А еще мне нравится эта тема, что если я провалил задание, мне нужно бежать обратно в главный корпус, где я его беру, и брать заново. Почему нет такого, что начать заново? Ну, это, видимо, намеки старых игр. Уже выучил, что К это проход. А вот сейчас меня почему-то толкнули. Так, как это пропустить? Все, есть. Все, давай, улитка, погнали. Погнали, улитка. Не, сейчас я кнопки-то не путаю. Мое уважение. Посмотрим, сможешь ли ты выбить стекла на этом автобусе. Для поочередного просмотра твоего оружия жми вверх или вниз, возьми рогатку. Понял. Это... Давай, короче, пошли на футбольное поле. Shift, я вспомню, что это не бег, да. Рано или поздно.
ощущение, что громковато все-таки немного все находится, поэтому так вот еще сделаю. Если будет плохо, скажите или хорошо, там, напишите это. Это очень важно, потому что как мне знать еще, плохо или хорошо? Так, какая-то новая локация. Athletics. Нормально. Здесь, значит, эти качки ходят у нас. Так, ну есть. Спрячься на дереве и жди футбольной. Иди в жопу. И жди футбольной тренировки. Подойди к дереву и, когда загорится подсказка, нажми К, чтобы залезть на него. Забраться. Это человек-паук новый. Так. Ага. Сесть на ветку. Войди в режим прицеливания нажатием верхней стрелочки. Ну, это просто подлости мы делаем. Кстати, ну, довольно-таки просто стрелять на самом деле здесь. Разбил всю команду просто. И не понимаю, зачем мне уважение ботанов. Они ж ботаны. Надо, все знают, что надо корешиться вот с крутыми, а я их почему-то бил. Но я надеюсь, что все. Это что такое? Бита? Как взять? Неплохо. Так, там еще какие-то штучки лежат. А че? Он не умеет? Так, я хочу. А, то есть нельзя убрать биту? Буду бегать с ней, если что. Там что-то тоже блестит, пойдем. И здесь что-то блестит. Что это? Яблоко. Я опять на кого-то зарамсился. Ну, давай, отпинаем его. Не, он довольно сильный. Ой, графика-то какая. Лучи, RTX. Ну ладно, время спать. Здесь все-таки есть какой-то график, но мы сначала сходим вот сюда, потому что здесь что-то блестело. Чесоточный порошок. Пока не понимаю, честно, зачем он мне нужен, но я надеюсь, что узнаем. Ты, я знаю, что ты хочешь, отвали. Ты хочешь меня опять толкнуть зачем-то. Не понимаю принципа этой игры, толкать друг друга постоянно. Это, ну, странновато. Хотя, как сказал улиточный друг. Это же тюрьма. Крестики нолик играют. Опа, опа. Свидание у них. Что происходит? Они просто очень интересно отъехали. Как лунная походка у Майкла Джексона. Ну ладно, это не страшно. Так, идем спать. Я так понимаю, с утра придется опять идти на уроки, хоть бы не русский язык. А то там все плохо. Я уже на самом деле думал. А нет, еще и задание. Скромная помощь. Погнали. Погнали. Валяй, Пити, иди и поплачься преподом. Расскажи, какой я плохой. А, заткнись, Герри, ты урод. О, Пити, да, я гад. Мне так стыдно. Я так расстроен в натуре. Сейчас зарыдаю. Прям как ты. Ты у нас всегда плачешь. Это Джимми? Здравствуй, Герри, ты перегибаешь. Ой, прости, я не догнал, что здесь живут одни девочки. Вот дурак. А, заткнись, чувак. Надоел. Надоел? Я надоел? Да с тобой тоже не очень-то весело, дружище. Ладно, без обид, лады? Я извиняюсь, меня просто занесло. Бывает. Прости. Забудь,
все в норме. Кстати, у меня на примете классная забава. Пойдемте поиздеваемся над кем-нибудь беспомощным, к несчастным, над тем бродягой. Пойдем. Да, и мы такие, блядь, все пошли. Идешь, малыш Пити? Ну давай, я уже извинился. Хочешь, я тебя поцелую? Заткнись. Тогда вперед. Чисто ведомый лох. Но мы тоже ведомый лох. Я не понимаю, зачем вестись на него. Найди бродягу за старым школьным автобусом. Путаю shift. Хорошо. Ну пойдемте. Я этого не поощряю. Издеваться над кем-то, особенно над какими-то бродягами бездомными, катастрофически плохо. Но тут сюжет ведет. И ничего сделать нельзя. Поднимай сюда. Опять драка. Драка с кем? Что за говно? Я, кстати, забыл, как заблокировать удар. Ой. Я применил чесоточный порошок. Откуда у него только патронов столько? Ну вот Пити уже отхерачено. Пити даже ничего не сделал. Ладно, Пити, на тебе. А как отменить выстрел? Я думал, ну, кромсану его чуть-чуть. Да, конечно. Ой, тут все сломал. Конечно, мы начинаем, блин, заранее. Ой, заново. Собака такая. Ты что, девочку обижаешь? Но тут надо защищать. Тем более, когда какой-то лох. Пнуть. Опустить, да? Опустить пробелы. Мне кажется, да, что там есть срез. Вот этот вот быстренький проход, что можно все это нахер не отбегать. Отбой в 11 вечера продолжается, пока ты не ляжешь спать. То есть сейчас нас будут... Что такое? Что делаешь, ты мудак? Зачем ты кидаешься чем-то в окна? Ты дурочный. Рубка яйцами кидался. А, ну вот задания кончились, видимо. Потому что отбой. Ну, получается, когда отбой, нет задания, а как спать? Книги подойти. Сохранить. Ну, давай. Ложитесь спать, и ровно в 8 утра ты свяжешь, как огурчик. Если бы в жизни это так работало. Пошел на подушку, упал, и 8 часов ты как огурчик. Люди бы уже давно жили в следующем веке. Так. Ну, он здесь не моется, я так понимаю. Он вонючка грязнули. И у нас открылось задание, да? Скромная помощь. Ну, погнали. Ну, раз уж мы его начали, надо его закончить. Мы уж все эти... Как пропустить? Пропускать альтом. Такая, краткий ликбез по игре. Каждый раз путаю. Надеюсь, эти дурачки за мной переползут. В любом случае, найдут дорогу сами. Они же все-таки здесь довольно давно уже учатся. И, я думаю, знают, как добраться до автобуса. Вот только вопрос, закончится ли задание, если нужно будет идти на уроки. Я надеюсь, что сейчас нам не придется с кем-то опять драться, и это было чисто случайно. Резинки. Не понимаю пока, зачем мне нужны. Угнали. Где этот старый козел? Знаешь, ты грубиян, Герри, а ты полный лох, Пити. Ошибка природы. Аж нахер отсюда, паршивцы, бля.
Видать, правду люди говорят, Джимми. Твой батя правда живет здесь. Козелы. Ой, пусть он свое пособие... А, пособие нам из нас пропает. Съебываем. Проваливай, пацан. А ты что, я тебе башку проваливаю? А что злой такой? Долгая история. Из бухло. Нет, 15. Но, дурь. Нет. На что мне мешает тебя убить? Ну да, убивай. Знаешь, пацан, ты мне нравишься. Ты не лох. Когда я был в Карельских горах, я видел, как кореша гибли от шальной пули. Мне бы пригодился такой, как ты. Да? Спасибо. Только ты, похоже, не боец. Поможешь мне, и я научу тебя кое-чему. Не фигне какой-то, настоящим армейским приемом. Только достань мне детальку для радио, и я покажу, чему меня научили. Как не словить пулю? Именно. Будем учиться искусствам... искусствам... Не знаю чего, видимо, уличных драк у алкашей. Ну что, ну... Вообще, мне кажется, что... алкоголик, бродяга, даже он лучший друг, чем... Ну, то есть лучший товарищ, чем Гэри. Это улитка. Мне просто не нравится пиздец, но он просто... Видно, что черт какой-то. Со всеми комплексами. Почему детальки на радио лежат на крыше? Транзистор. Их 6 штук надо собрать, серьезно. Как спуститься? А, добро пожаловать в нудные занятия, в нудные задания. Пройди туда, возьми то, потом вернись. А, или он за каждый транзистор будет учить меня. Тогда норм. Тогда я их потом случайно, логично буду собирать и с ним учиться новым приемом. Держи, транзистор. Я всегда думал, что транзисторы это такие маленькие. Зажать левый shift. В итоге вы все равно отпиздякали бомжа, да? То есть... Все? Это все обучение? Теперь я умею? Да. То есть... Мы пришли поиздеваться над бродягой. Бродяга такой... Что вы хотите? Хочешь тренироваться? Ищи транзисторы. Класс. Идем на уроки. Надеюсь, не русский язык. Вот прям вот слова соединяются, считать это... Нет. Если я еще раз другой не пройду этот урок, то придется онлайн... Как их? Анаграммы искать. Нет, жопа. Ну, типа, соедините слова. Спасибо, что не на английском, конечно, но все равно. Прогулы. А ты че не на уроке? А? Че не на уроке? Так, ну-ка, пробуем апперкот. Давай. Слушайте, а бродяга неплохо нас научил. Че, 5 раз ударил, и все. И пнуть остается только. Пнуть остается, я сказал. Вот. Все. Погнали. Погнали на урок. Ну а что, день не день, если кого-нибудь не отпиздить. Ну... Да я иду на урок, дядька. Я сам пойду на урок. Интересно. Так, треугольник, это значит наверху. Если я правильно помню. Русский язык, по-моему, был внизу. Урок ИЗО. Погнали. ИЗО 1. Здравствуйте, дамы и господа. Я мисс Филлипс, и я рада представить вам удивительный мир искусства. Летун, ползун. Отсекай прямоугольники, чтобы открыть спрятанный рисунок. Открой изображение, не сталкиваясь с противником. Враги. Летун, ползун, взрыватель, ускорение. А, бонусы. Ускорение, бомба, заморозка. Так, как? Стрелочками? Какими-то? А, левый альт начать. Да, стрелочками. Но я думаю, что первый урок будет изи. Да? Вот тут. Летун, ползун. Это бонус.
Ускорение. Все, изи. Все. Все, вообще. Смотрите, ее рисуем. Все, все. Ну, с изота проблем нет. Рисовать-то я умею. Вон, какую красивую даму нарисовал на диванчике. Все. Давайте мне и вместо русского языка изо. Я вообще буду готов ко всему. Ты получил способность менять подарок на поцелуй. Удерживай кнопку и нажми кнопку Alt, чтобы подарить цветы. Удерживай кнопку и нажми, чтобы поцеловать. А просто хулиган-то всем нравится. Хулиганы, ну... Я и сам своего рода хулиган. Доступен бонус поцелуев. Зачем мне этот бонус, непонятно, но очень интересно. Чтобы девушки тебя целовали, надо найти конфеты, цветы, которые можно им подарить. Логично. Предлагаю взломать какой-нибудь ящичек. Да? Охранников нету. Я забыл, как это делать. Надо немножко хулиганство, это... Смотрит, смотрите, на меня нравится. Тенниска Булвард. Ну, тут какие-то шмотки. Вопрос, что делать теперь? Так. Это задания, видимо, какие-то. Погнали. Погнали на задание. Что за дурачок? Да ты что? Я знаю апперкот. Я буду всех бить апперкотом, потому что... А с двоих, что ли, надо? Так, К это захват. Вопрос, как блок? Видимо, Alt. Ну ладно. Традиционно. Пнем этому. Этому тоже пнем. Но это просто специально, чтобы они не выебывались. А то они выходят тут самые крутые, как будто. А пока еще не было ни одного, по-моему, чтоб я не отбил его. Так. А, ну все, погнали на следующий урок, значит. Так. Нам не сюда. Что за подстава? Вот урок в другом месте. Так, можно открыть карту? А. А. Я понял. Это, походу, урок физкультуры. Поэтому, может быть, нас там опять научат драться. Еще один супер приемчик. Что-то сказал про police. Так, это... Я надеюсь, что это срез туда, куда мне надо. Походу, нет. Ну ладно. Ну это такое, конечно, дело, что у тебя уроки в непонятном месте. Я еще и прогул, а я просто физически добежать до туда не успел. Мы идем в джим. Джим. Погнали. Наверх? Вниз? Вниз. Пытал. Урок физкультуры. Окей, сосунки, пора научить вас борьбе. Это подразумевает, что вы с противником будете трогать друг друга. Осторожнее, а то понравится. О! Точно, идем в джим. Там физкультура. Так, стоп. Молодой человек с лицом Джокера. Захват. Да мы знаем, что ты не делаешь ничего верно. Поэтому получаешь поебал. Доступен прием удар головой. Удерживай. То есть на физкультуре нас тоже учат драться. Усиленная комбо 3 удара. Раз, два, три. Ну так мы умели. Захват. Левый shift. Левый shift. А. Я понял. Левый shift. Левый shift. Захват. Коленом по лицу. Захват, захват, захват. Слушайте, этот какой-то крупный молодой человек, он достаточно выносливый, потому что жизнь-то не падает. Доступен прием, усиленная комбо, 3 удара.
Ладно. То есть я его называю Джокером, молодым человеком, который повышенной комплекции, а тут просто жердяй? Все это нормально? Нормально. Вот только не надо гордиться, Хопкинс, я тебя еще повалю. Звучит тоже так себе, конечно. И вопрос, почему мальчики дерутся, а девочки там на заднем плане. Я так понимаю, на сегодня уроки закончились, и мы можем отправиться... Я все еще не привык к шифту. Отправиться на какое-нибудь задание, на какую-нибудь миссию, that... Отойди, конечно, перебей, мне бы какой-нибудь велосипед, самокат, чтобы я... Скейтборд на какой-нибудь конец. Он же школьники, школьники, особенно американские, они используют скейтборды. Я в кино видел. Так, давайте еще одну миссию и закончим эту часть, наверное, чтобы сильно не затягивать. Спасение Элджи. Элджея будем спасать. Он перебрал с розовым вином. И мы его спасаем, видимо. Говной воняет. Так это ты новичок, да? А тебе столько разговоров? Ну и что? Чё говорят? Это ничего. Говорят, что ты дружишь с этим социопатом Гэри. Социопат? Социопат, это... Да ладно, забудь. Ты должен мне помочь. Погоди, тебе нужна помощь? Мне надо вернуть в библиотеку книжки, но я боюсь идти к шкафчику один. А тебе что, библиотекарь? Нет. Давай, как будто мы друзья, проводи меня. Я заплачу. Два бакса. Два бакса, ты спять? Пять. Может, два? Отлично, пять, пошли, дружок. Но мне кажется, 5 баксов и застегнуть ширинку. Ну это пиздец какой-то. Надо застегивать ширинки. Ему явно не идет. Так, читай, внизу не будем. У нас другая цель, управлять Джимми. Одолей хулиган. Ты черт, стой. Да. А че? А. Как захват сделать? Раз, два, три. И вставай. Засанец. А, красный круг вокруг часов, твой таймер. Доведи Элджея до туалета, пока время не вышло. Сразу двоих, сразу двоих, сразу. Захват. Раз, два. Мощный. Второй, 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 второй. Толкнем. Пинаем. Пинаем. Захват, 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 захват. Раз, два, мощный, мощный, мощный. Да, и допинаем. Гениальный тактик просто. Я раскидываю их просто. Фух, салам алейкум. Едем дальше. Его зовут Элджерон. Ну, почти Элджей. Давай, 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 давай. Сейчас описываешься. Так. А туалет на втором этаже? Серьезно, на первом этаже туалета нет? Ну шевелись! В этой школе реально что-то нет. Не, ну этих чертильников. Ты куда? Я здесь уничтожаю. Раз, два, мощный. Апперкот. Вот, хорош. Апперкот и апперкот. А потом берем, 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 берем. Стену. Ну и ладно. Нормально. Лучистая кола. Да отвали. Бежим. Туда. Я не понял, почему, но они стали за мной бежать. Видимо, он увидел, как я размотал двух дручков.
Так нельзя. Долго еще за мной бегать-то будете? Слушай, один устает, другой бежит. Есть супер ускорение на шифте? Да, вставай, все. И спрятаться. Сава. Так, главное, чтобы они меня сейчас перестали искать. Возвращаемся. Новым ученикам. Кабинет директора находится на втором этаже школы. Это мы знаем. Лучше бы написали, как не путать shift и alt в беге и этом. Все? Писькал? Пойдем. Куда мне идти? А, сюда идти. Я уж думал, куда-то там в другое место надо, типа в домик и еще кого-то пинать. Ну вот. Спасибо, Джимми. А вот деньги. Я расскажу маме, что они все в Булвере такие пи... Сволочи. Почему опять ботанов? Ну... Или мы по очереди будем, типа, равнять? I'm done. Мисси, кстати... Что это было? Блеванул тут? Мисси, кстати, довольно быстрые. Я думаю, что их просто много, вот этих быстрых миссий. Так, у нас две миссии. В правом крыле это дома, и в левом, я так понимаю, там у девочек где-то что-то. Так, ну погнали до нашего крыла, сохранимся. И на этом на сегодня закончим, я думаю. Иногда люди будут просить тебя выполнить их поручение. Я чё, посыльный вам? В этом случае у них над головой появится синяя стрелка, а на радаре они будут отмечены значком крестик. Наведи на Питти, чтобы узнать, чего он хочет. Мне нужна твоя помощь, отнести посылку Беатрис. Левый альт. Окей. Как ты вытащил такую здоровую коробку? Все, ладно, вопросов ноль. Отнеси посылку. Ну, мы, конечно, хотели закончить, но, видимо, не судьба. Несем посылку. Так, вы это деритесь сами там. Между собой делать, что хотите. У нас цель отнести посылку Беатрис. Ты Беатрис? $5. О, угадал. Угадал, $5. $5 это хорошо. $5 это прям то, что нужно. Как посмотреть, сколько у нас денег? Присесть можно, серьезно? Класс. Не знал. Особую кнопку почесать голову. Ты че, урод? Ты знаешь, что у меня есть апперкот? Тоже отвали. И все, и бежать. Спать. Побили охранников, и все, уходим. Кстати, почему тут так много охранников? Все, ладно, это мы оставим на следующий раз. Петарды обязательно возьмем. Сохраняемся. Давайте на другое сохранение, чтобы знать. И в принципе-то все. Все. На этом мы и заканчиваем на сегодня. Посмотрим в следующей части, что за миссии, что за уроки. Надеюсь, не русский язык с нами. Перед нами столкнуться, да, вместе с нами. Все пройдем, всех победим. И, конечно, подписывайтесь на все социальные сети, ставьте лайки. И да, и даже смотрите новые ролики. До следующей части. Всем пока-пока.